Вообще, в этой игре можно заниматься всякими разными делами. То есть можно воевать, можно охотиться на животных, и можно работать в шахте и добывать всякую разную руду, ее потом плавить в медь, в свинец, в железо, в разные виды стали. Вот. И потом из этой руды делать всякую броню, бронежилеты всякие разные, вот, и прочие вещи, и ими потом торговать. Вот. По сути, вот эти две кожаные курточки вместе со штанами, которые я пошил неделю назад, я успешно продал, и как бы деньги пошли мне нормально. Вот. И сейчас вот я минут пять побегаю по шахте, чтобы добыть некоторые из видов руды. Спускаемся вниз. Вот ребята уже понабирали полные рюкзаки всякого добра и возвращаются назад. У многих всегда перегруз, и поэтому бросают обычно вот скальную породу, которая не нужна. Вот. Тут такого добра валяется полно. Ну да. Ну я тоже это не собираю. Сегодня прям вообще, ребята набросали кучу всего. Вот. Значит, что для этого нужно? Кирка, само собой. Ничем другим его не собрать. И надо кое-что из оружия. Ага, вот. Проверить. Так. Раз. Два. Стоп, я же не купил картечь. Ну вот, картечь 70 штук. А что не так? А, во. Надо все обновить. Далеко идти не будем. Во, тут было два угля. Мыши, или не крысы, будут доставать, конечно. Поэтому вот так. Все остальные разбежались. По началу игры, кстати, карты здесь нет. Это я уже купил карту. Тут нормальные такие подземелья. Много где я еще не был, а вот где был, оставил всякие разные метки. Вот. Сейчас мы пойдем вот сюда и вот до сюда дойдем. Тут несколько уровней. Как обычно, скальная порода. Тут мы даже не будем останавливаться, здесь делать нечего. Такое себе движение. Вот здесь
весь злачное место. Только вот очень много людей, я заметил, погибает в вот этом вот месте, потому что не смотрят вверх. А тут вот висят такие паутины, и они очень сильно отравляют. Но если это аккуратно обойти... Вот. Где ты есть? Оп. Вот, я в итоге сам влез в паутину. Так, и тут у нас полезное дело есть. Добываем кремний. А тут, насколько я помню, уголь. Во. Вот это нас интересует. Цветной металл. Кирка постепенно расходуется, то есть она не вечная. Но в принципе на какое-то время ее хватает. Вот свинец. Персонаж начинает уставать. И вот так вот идешь, 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 пока не выйдешь. Итак, мы вышли из шахты. И здесь рядом есть такое здание для... плавки руды, такая доменная печь. Тут постоянно народ какой-то тусит. Горн, да. И вот мы посмотрим, что мы сейчас можем сделать. Ну, во-первых, железо из руды. Для этого надо вот черный металл, один и два угля. Так. И вот мы раз, два. Ну, пару штук пока. То есть вот у нас тут уголь добытый. Вот черный металл добытый. И еще я хочу, вот у нас свинец. Значит, вот, кстати, медь из руды можно добывать. Мы же находили цветной металл. Вот, у нас 8 штук. Ну, как раз на один... слиток меди. Ставим в очередь. Золото можно, ну, золото как бы. Так, свинец. Вот свинец. Съем такую плитку шоколадную. Вот, красное, два места. Раз и два. Во. Потому что 42 штуки нужно. У нас осталось 5. Вот, уже одно железо сплавилось. Значит, зачем нужно, к примеру, железо? Железо нужно потом для того, чтобы... Берем вот оружейную сталь. Здесь нам нужно вот два железа, два кремния, один хром и 7 угля. И у нас получается оружейная сталь. Вот. Кроме того, тут еще броневую сталь можно делать. Добавляется никель, да, вот еще никель надо добывать. Но хром и никель уже достаточно редкие металлы. И, не знаю, там буквально пару мест, где их можно найти. Но, возможно, где-то там еще есть. И уже теперь с этой броневой стали, она достаточно дорогая,
можно шить, в смысле не шить, а изготовлять бронепластины. Вот, бронепластины. Ну, это тут наоборот разрушать. Вот, бронепластины. Которые можно будет потом устанавливать на разные бронежилеты, на бронированные штаны, ну и прочее, прочее. Я собираюсь этим заниматься, изготавливать стальные бронепластины разной стоимости и ними потом торговать. Понятное дело, что народу они нужны, потому что они постепенно изнашиваются во время боев, и ну, их нужно регулярно заменять. Поэтому это все в будущем. Так. Вот, в итоге, значит, у нас 20 железа, 1 медь и 2 слитка свинца. Все это мы забираем. В дальнейшем можно будет что-то крафтить по этому поводу.